Зайду сейчас в конфискат. Давайте вместе со мной. Так, буквально на 5 минут. Но тут на первом этаже для мужчин. Надо приходить с мужчинами. Вот куча рюкзаков, куча разной обуви. Ну, я подробно не буду останавливаться. Я в мужской обуви не понимаю. Ну, вот вижу, тут есть зима. Вот такие вот разные цены. 1299, 849 со скидочками сейчас идет. Видите, какая обувь. Вот такие вот есть зима. Цена 1599. Так что, мальчики, приходим, смотрим. Мужских тапочек очень много. 449. Я вижу, цена 299. Тоже полно-полно разных. Вот такие. Вот наподобие шубки, как я покупала себе. Только это без капюшона. 2199. Ну, вот эти шубки есть. Вот так вот сделаны. Вот такие. Вот светленькие, молочного цвета. Вот такие аж с голубизной, как голубая норка. Вот такие вот, как кофе. Чисто черный. Вот это светло-серенькая. Вот с таким рисунком. Есть и жилетка. Вообще без рукавов, а с капюшончиком. Вот беленький костюм. 1499. Это вверх, а на низ. Вот плохо, что как-то цены нету. Знаете, так, чтобы вот взял и посмотрел. Где-то надо ковыряться. Ну, наверное, столько же. Вот так вот. Тут же на первом этаже еще детская обувь. Вот для мальчика. Вот там я вижу вдалеке. Вон там для девочек. На втором этаже женская. Но там я смотрю и шубки, а не на первом этаже. Наверное, чтобы больше внимания обращали люди. Сумочки у меня отдельно я уже снимала. Не буду их снимать, повторяться. Обувь когда-то я тоже показывала, и кроссовки. Прям проходила по всем рядам. Вот когда? Ну, может, месяц назад или когда. Ничего тут не добавилось. То же самое, 599. Но это уже все, это отходящий сезон. Это сколько? 499. Вот такие разных цветов. А вот такие вот 1199. Вот примерно они все, да. Цена одна и та же. Только такого кандибобера. Между прочим, утепленный. 1749. Он мех. Вот из натуральной шкуры. 1349. Вот натуральная. Тут примерно вся такая цена. 1700, 1800. Пожалуйста, натуралочка, кому надо. Есть и такое. Конечно, должна быть хоть одна пара обуви натуральная. А все остальное можно и такое покупать. Тринь-брынь. Ой, красные. 1025. Вот такие хочу себе. А вот какие появились чуни. Зима, 749. Вот такого разного только цвета. Вот такие есть. Тепленькие, 849. Ой, легкие-легкие. Легкие, даже подняла. Эти тяжелее. Эти прям как воздух. Тоже разных, 849 разных цветов. Вот даже такой с барашком.
Есть и на каблучках. Вот у меня дома с вот таким каблучком. Девочки, я не могу уже ходить. Красивый, у меня даже еще красивее, тоже такая замша, там с блестящим. У меня очень красивый, лучше этих. Я не могу уже на таком каблуке ходить. Не могу, вот два шага сделаю и все, у меня ноги отказывают. Как парализованная. Вот так вот, так жалко. Ну что ж, уже молодость не вернешь, здоровье тоже. Ничего, зато я всю молодость отбегала на вот таких каблучищах. Вот так вот в молодости. На все на таких каблучищах. $1700, смотрите. С вот таким вот курточки. Такого цвета есть. И черного. Да, тут и на втором этаже эти шубы и жилеточки. Жилетки 1600. Вот. $2099. Это зимняя куртка с эко-мехом. Есть такого цвета, есть черного. Вот такие вот еще курточки есть. Сейчас глянем. 1449. Ну, пальто разное есть. Знаете, даже уже не буду подряд и смотреть все цены. Вот такие вот есть курточки. Таким красивым белым мехом. Такие вот курточки есть с внутри, как планочка, как двойная куртка. Вот как простеганный рукавчик. Вот разных цветов, разной дутости. Вот. Светленькие, темненькие. О, какая курточка, да? А, это шарфик 399, а курточка 1299. Слушайте, ничего, да, что-то в этой курточке с этим шарфиком, гляньте, как. Что-то новенькое такое, с капюшончиком, теплое, дутое, хорошее. Ну, не зимнее, но сейчас осенью носить. А вот еще какие интересные, 1199, как вафельное полотенце, ну, по виду. А тоже тепленькие такие. Ну, такие вот есть разные дутики. Ого, какие яркие. Вот, 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 вот и вот. Такой же есть и жилетка. Жилетка 1099. Вот жилетки тоже разные, 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 разные. Смотрим, да? Можно вот так на свитерочек, жилетку. И все. Джинсы одел, и ты уже готова. Красотка. Костюмчики смотрим. 1199. Тоже разных цветов. Вот такой серенький. Все с переливающимися камешками. Потом идут такие же самые вот коричневые. И вот темно такие, как ну, так оно черное. Камера как синяя, мне кажется. Оно черное, как ночное небо. А вот еще 1299 в таких камешках, тоже черный костюмчик, штанишки и гольфик. Есть просто такие. В общем, да, спортивок тоже полно. А все по верхам стоят, я не показываю. На верхних полках везде стоят разные сумки. Джинсики 1049, вот черные 499, 1049, то есть вот разные цены, 779, размеры я не знаю. Тут даже еще немножко светлых джинс, ну и разные свитерочки, разные, приразные, и поплотнее, и потоньше, и посветлее, и потемнее, и в полосочку, и какие хотите. Такая овечка. Вот такие вот искусственные чебурашки
Вот есть такого молочного цвета, есть черного. Они без подкладки, без ничего. Вот сейчас похолодает, их накинуть и шлепать в них. А вот смотрите, как эту чебурашку красиво здесь повесили. Вот комплектом идут еще к ней перчатки. 199 стоят. Шарфиком украсили. И смотрите, как это смотрится. Еще и ничего. А еще в тон сумочка и ботинки. Ну и перейдем теперь уже к тапочкам. Здесь секция тапочек. 299 простецкие. Вот эти по лохматей 449. Вот эти лохматочки 449. 299 розовенькие. 329. Так, а тут нижнее белье. Вау, красиво. Разного цвета. 249 я вижу цена. 329. 289. Вот такое вот, что это красота. 349. Это комплект. Трусики там. Здесь домашние халатики, полотенечки. Ну, как-то вкратце я вам немножечко показала.